студии Татьяна Вишневская. В Туве приостановлены поиски подростка, погибшего при сходе лавины с горы Акбаштаг. Тела еще пятерых мальчиков обнаружены утром. Единственный выживший сейчас в базовом лагере. Поисковые группы состоят из профессиональных спасателей и местных жителей. Глава республики предложил использовать их опыт и знания местности. С утра работали две группы по 10 человек. До 11 утра они забросали на склон горы оборудование и уже в 11:20 нашли троих погибших. В 11:45 еще двоих, однако потом погода резко испортилась. Напомню, что 3 марта подростки-спортсмены поднялись на трехтысячник Акбаштаг. Они часто туда ходили, но обычно спускались по тропинке, а в этот раз решили скатиться по склону. Когда лавина начала сходить, один из подростков, чемпион Европы по кикбоксингу Антон Солчак, успел спрятаться под валуном.